платят. В среднем оплата приблизительно 0,5 долларов за каждый гигабайт вашего трафика. Чему это я? Походу, есть хорошие новости. Появилось супер похожее приложение под названием Bitelixir. Оно тоже платит вам на полном пассиве за раздачу вашего свободного интернета, и у него личный кабинет очень сильно похож на кабинет приложения Peer2Profit. Ну, похож и похож, что с такого, скажете вы? Но суть в том, что пару дней назад бот приложения Peer2Profit прислал всем сообщение с целым списком похожих приложений для заработка на раздаче интернета. И как раз таки здесь на третьем месте был вот этот сайт Bitelixir. И мне, друзья, почему-то кажется, что это приложуха от разрабов Peer2Profit. А это очень круто, потому что они работают честно, платят много, работают долго. Короче, напишите, как вы думаете. Да и к тому же я в этом Bitelixir уже за первые парочку дней заработал 0,60 долларов. Но давайте обо всем. После этого не забудьте подтвердить свой аккаунт на вашей почте. После того, как зашли в личный кабинет, нажимаем «Скачать», вы можете это приложение установить на компьютер, а также прямо на телефон с помощью Google Play. Просто скачиваем, входим. Дальше авторизовываемся по тем данным, которые вы использовали для регистрации на сайте. Делаем один свайп, все. Приложуха начала, друзья, использовать свободную часть вашего интернета, а вы за это получаете оплату. Конечно же, приложение можно скрыть и получать кэш нон-стопом, пока занимаетесь своими делами. Самый главный фактор — это, конечно, ваша геолокация. У них на сайте даже есть карта, где видно, в каких странах больше платят. То есть вот, например, да, видно в России средняя оплата, ну плюс-минус, в Европе, Америке очень высокая, то есть, скорее всего, за гигабайт там, американского трафика вы получите там в 3, а может быть даже в 4 раза больше, чем за русскоязычный. Но теперь главный вопрос, как, блин, выводить деньги? Смотрите, зарабатываем мы с вами деньги прямо в приложении, а вот выводим деньги мы на сайте. Нажимаем «Запросить вывод», дальше входим в свой аккаунт прямо на сайте, жмем «Выплаты», и тут пока что доступна выплата в USDT-шке, минималка на выплату, как я понял, 5 долларов. По этим, друзья, заблюренным картинкам можно понять, что уже очень скоро тут добавят еще платежки. Кстати, друзья, именно такие же платежки, именно в таком же порядке и были в приложении Peer2Profit. Так что я говорю, что, вероятно, это реально приложение от разработчиков Peer2Profit, а значит, мы зарабатывать сможем и долго, и много, и круто.